Мартинус Неллиус, один из учеников Яна Дацедехема, художник, работавший с 1674 года в Лейдене, а с 1676 по 1680 года в Гааге. Умер он после 1706 года. Естественность и интимность в расстановке предметов в его натюрмортах в значительной степени определяются колоритом, построенным на умелом сочетании теплых и холодных оттенков, а также мягким освещением, усиливающим способность вещей отражать свет и выделяющим их из неясной мглы фона. Простота и строгость, и даже интимность композиции, малочисленность вещей в натюрмортной группе и особый выбор построенного по законам театральной рампы освещения, когда из общего полумрака внезапно вспыхивает находящаяся на передней громке стола кожура апельсина, а полупрозрачные грузди винограда загораются холодным перламутровым светом. Немного из истории голландского натюрморта. В своем развитии голландский натюрморт прошел ряд этапов, каждый из которых обладал своей спецификой. На раннем этапе преобладали цветочные натюрморты, отражавшие увлечение голландцев цветоводством. Живописцы следующего поколения, такие как Ласс, Хеда и другие, перешли к скромным завтракам со сгруппированными на белой скатерти металлическими и стеклянными предметами. Эти натюрморты отличаются лаконизмом и простотой. Все компоненты выдержаны в единой сероватой гамме. Так называемые рыбные кухонные натюрморты отражали скромные пуританские вкусы демократических слоев в первой половине столетия. Позднее, по мере укрепления бюргерства и постепенной его аристократизации, меняются и требования, предъявляемые к искусству. К 1650-60 годам в творчестве Вильяма Кальфа, Абрахама ван Бейрена натюрморт утрачивает свой скромный простой характер, становясь роскошнее и пышнее, и поражая богатством колорита. Неизменными его компонентами становятся экзотические фрукты, изящные бокалы и ценные ювелирные изделия, залитые теплым и мягким светом. На тематику становления натюрморта влияло не только время, но и локальные особенности того или иного города. Так, например, в быстро развивающемся Харлеме с его крепкими объединениями горожан сложился тип тонального натюрморта. А в средоточии хозяйственной и культурной жизни Голландии и Амстердаме возникли роскошные десерты кальфа и стрека. В Гааге, центре морского промысла, работали создатели рыбного натюрморта Питер де Пьютер и Абрахам ван Бейрен. А в университетском городе Лейдене пользовался популярностью философский натюрморт с изображением черепа и песочных часов, напоминавших о бренности земного существования.
Голландские художники опирались на традиции нидерландского возрождения, в частности на творчество Робера Кампена, Рогира ван дер Вейдена, Яна Госсарта и других, кто в картинах на религиозную тематику широко стал использовать элементы натюрморта. В XVI веке Бартоломеус Брейн-старший, Дирк Бауц, Питер Арцен, Йоахим Бейкелар, Бартоломеус ван дер Хелст и другие стали создавать картины, в которых натюрмортные мотивы вышли на первый план, а сцены из жизни Христа отодвинулись в глубину. В XVII веке картины предназначались, как правило, для украшения интерьеров и имели камерный формат. Их сюжеты отражали повседневную жизнь голландских бюргеров. Причем художники скрупулезно фиксировали окружавший их предметный мир. Впервые разнообразные предметы заняли место на картине не в силу придававшегося им символического смысла, а исключительно из-за собственной красоты и живописности. Thank you.